Әлемдік экономикалық дағдарыстан кейін мемлекеттер арасында инвестиция деген бәсеке күшейе түсті. Осыған орай елбасы Қазақстанның инвестициялық ахуалын одан әрі жақсарту мақсатында тиісті шараларды қолдануды тапсырған болатын. Бүгінгі инвестиция тарту жұмысын жүйелі түрде жүргізуге бағытталған ұлттық жоспар елбасының тапсырмасымен жасалған құжат. Уважаемый Карим Кажимканович, уважаемые коллеги, как известно, в Казахстане реализуется программа по форсиндустриально-инновационному развитию, и вопросы финансового обеспечения и привлечения новых технологий выходят на первый план в ближайшие несколько лет. И основные вызовы на сегодня – это ситуация мировой экономики, мировых финансовых рынках, усилившаяся конкуренция для казахстанских предприятий со стороны соседних стран. В связи с этим глава государства в первом полугодии текущего года поручил правительству активизировать работу по привлечению прямых иностранных инвестиций и решить все вопросы, чтобы создать благоприятные условия. Первое, разрешите доложить, что сделано. За полтора года реализации программы есть определенные положительные результаты. Во-первых, по данному направлению разработана и принята правительством отраслевая программа по привлечению инвестиций. В рамках ее реализации в прошлом году начата одномоментная работа с крупными зарубежными компаниями из ключевых стран инвесторов по порядка 200 инвестиционным инициативам, которые сейчас находятся в работе. Проведено более 20 международных бизнес-форумов, и в прошлом году в Казахстан уже посетило более 5000 иностранных инвесторов. В текущем году за 8 месяцев уже 10 тысяч иностранных инвесторов. Вместе с тем в этом году был запущен национальный инвестиционный веб-сайт на 12 языках, который, как известно, в число лучших 10 зарубежных сайтов только французский сайт имеет такой же 12-язычный интерфейс. На этом сайте сейчас вывесена вся необходимая информация о ведении бизнеса в стране, вплоть до стоимости коммунальных услуг в каждом регионе. За 8 месяцев работы поступило более 43 тысяч запросов из 140 стран мира на нашем веб-сайте, и уже есть эти компании начали приезжать в Казахстан. По поручению главы государства совместно с Самрук Казыной была проведена активная работа. Есть положительные результаты по работе с французскими компаниями, с компаниями из Южной Кореи, Китая. Началась активная работа с компаниями из Германии, Японии, странами Ближнего Востока и других стран. В целях совершенствования инвестиционного законодательства разработаны и принят новый закон о специальных экономических зонах, который предназначен для того, чтобы сделать привлекательными наши зоны. Также разработан изменение в закон об инвестициях, которые должны создать как раз законодательные условия для инвесторов. Разрешите коротко статистику, статистические данные. В период с 7 по 9 года в условиях мирового финансового кризиса, когда мировые потоки прямых иностранных инвестиций сократились в два раза, Казахстан привлек рекордные объемы прямых иностранных инвестиций. И, конечно, это связано с активной фазой освоения Кашагана. По прогнозам, в 2012 году ситуация мировой экономики будет еще аналогичной. И в текущем году мы видим небольшое падение притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан, связанное как раз с уменьшением инвестиций в Кашаган. Вместе с тем мы видим, идет рост прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность. Как вы видите на слайде, прямые инвестиции в обрабатывающий сектор, есть небольшой рост. И в некоторых секторах, таких как металлургия, в электрическое электронное оборудование идет рост 12-16%. Если посмотреть на наших ближайших конкурентов за прямые инвестиции, это страны СНГ, то на слайде видно, что наша страна является после России лидером по показателям привлеченных инвестиций, но по привлеченным инвестициям на душу населения и по доле прямых иностранных инвестиций в ВВП мы являемся абсолютным лидером. Следующий слайд. Нами проведены исследования, по результатам которых определены страны, основные конкуренты за прямые иностранные инвестиции, а также страны-модели. Вы видите с правой стороны, что основные страны-конкуренты являются, и в основном это страны СНГ, и есть страны из Восточной Европы, модели которыми у нас являются равнозначными, и нам необходимо, чтобы наша модель была более конкурентоспособной. В настоящее время, ввиду ситуации в мировой экономике, очень резко обострилась борьба за прямые иностранные инвестиции. Очень агрессивную инвестиционную политику начала проводить Европа. В этой связи перед нами стоят две наиважнейшие задачи. Это активно привлечь иностранные инвестиции и успешно конкурировать за них с другими странами, как поручил глава государства. На слайде видно, что
Инвестиционная емкость в Казахстане имеет достаточный потенциал для роста. Если слева вы видите, что текущий уровень инвестиций порядка 18 миллиардов долларов, то рост за счет реализации имеющегося потенциала – это порядка 7,5 миллиардов долларов в год, и за счет улучшения конкурентоспособности экономики – 2,8 миллиарда долларов в год. То есть емкость для дополнительных инвестиций оценивается порядка 10 миллиардов долларов в инфраструктуру и инвестиционные проекты Казахстана. Это тот объем, за который можно конкурировать и бороться. В этой связи для обеспечения системной и активной работы был разработан национальный план по привлечению инвестиций в несырьевые сектора экономики, которым будет утвержден постановлением правительства после доработки в связи с сегодняшним совещанием. Национальный план состоит из множества мероприятий. Разрешите остановиться на четырех основных разделах. Первое. Совершенствование инвестиционного законодательства. Несмотря на то, что в Казахстане инвестиционный климат и законодательство являются одним из самых эффективных, мы после изучения стран-конкурентов видим, что необходимо ввести дополнительные нормы. В частности, предлагается ввести специальный режим, предусматривающий дополнительные меры поддержки инвесторов, которые активно используются нашими странами-конкурентами. Специальный режим будет применяться для стратегических инвестиционных проектов. Перечень льгот будет определяться в индивидуальном порядке по каждому проекту. Список стратегических проектов будет утверждаться постановлением правительства. Основные критерии вы видите на слайде. Предварительно мы обсуждали, что это объем инвестиций свыше 50 миллионов долларов и в соответствии с перечнем видов производства с высокой добавленной стоимостью в рамках закона о государственной поддержке индустриальной инновационной деятельности. Предлагается применить следующие нормы. Освобождение от уплаты КПН, налогов на имущество и землю, обеспечение гарантированным государственным заказом или заказом национальных компаний, а также применить ряд промышленных субсидий, разрешенных законодательством в соответствии с нашим переговорным таможенным союзом ВТО. Здесь некоторые крупные проекты, особенно в регионах, которых необходимо более активно развивать, необходимо применять субсидии, допустим, по газу или по другим вопросам. Это инструмент, который применяется и в Европе, и в других странах. Эти нормы предлагается ввести, не отменяя действующие нормы для стимулирования инвестиций, а в дополнение только для крупных значимых проектов. Следующий слайд, 10-й. Стабильное законодательство. В настоящее время из 100 инвесторов, 80 инвесторов выражают озабоченность отсутствием норм стабильности законодательства для несырьевых секторов экономики, то есть для обрабатывающей промышленности. Здесь предлагается проработать вопрос о стабильности законодательства только для обрабатывающей промышленности. С учетом предстоящих задач по форсированной индустриализации до 2020 года предлагаем вернуть эту норму, проработав дополнительно юридическую технику. Следующее направление, это условно называется входная группа. Здесь мы говорим о работе диппредставительств, таможенных, пограничных служб и государственных органов, которые первыми встречаются на пути инвестора. Касательно упрощения визового режима, в настоящее время правительством уже рассмотрен вопрос по реализации пилотного проекта безвизового режима в одностороннем порядке со странами ОСД, 13 стран. Мы считаем, что необходимо в 2012 году ввести этот безвизовый режим на постоянной основе. Здесь по входной группе есть следующие вопросы, кроме виз. Это, во-первых, многократная виза деловая. Настоящими правилами пребывания ограничены 120 суток в год. В России до 180 суток в год. Мы предлагаем также сделать такую же норму, как в России. Хотелось бы отметить, что здесь положительные сдвиги. По информации МИД, в рамках нового закона о миграции населения вводится категория виз для бизнес-иммигрантов сроком до 2 лет. Другой проблемой является перечень документов, необходимых для подачи заявки на визу. Мы предлагаем сократить список и снять максимально барьеры для того, чтобы инвесторов можно было приглашать. Далее по входной группе это вопрос таможенников, пограничников, регистрация. Здесь показывает, что очень важный фактор для общения с инвесторами – это гостеприимный прием в аэропортах и страны. Как обычно, иностранные граждане в первый раз въезжают в страну как турист, второй раз для прощупывания почвы, в третий раз как инвестор. Поэтому есть сигналы о несоблюдении служебного этикета, некорректного отношения, отсутствии знаний базового английского языка, которые создают барьеры для работы с инвестором. Кроме того, здесь вопрос стоит регистрации. Сейчас, как вы знаете, они должны ездить в миграционную службу. И только в Алмате есть момент регистрации в гостиниц. Мы предлагаем в следующем году ввести норму регистрации в гостиницах, в крупных гостиницах для иностранных граждан, чтобы не ходить им в органы внутренних дел.
По информации МВД планируется автоматизированная регистрация через веб-портал МВД. Это будет все вместе решать серьезный вопрос для иностранных инвесторов. И последнее, Карим Жимханович, по входной группе предлагаем дать поручение акиматам, особенно для Астаны и Алматы, это обязательное обеспечение знаков на английском языке на общественных местах, чтобы инвесторы могли свободно, эффективно работать и жить в Казахстане. Национальный план предусматривает два подхода по привлечению инвесторов. Это индивидуальный подход, системный подход. Индивидуальный подход, вы видите на слайде, мы посмотрели в наших приоритетных отраслях, какие крупные компании инвестируют за рубеж. Мы составили список компаний первоначальный, конечно, он дорабатывается, изучили их стратегии и начали работу эту. Вот на следующем слайде можно привести пример, как компания Siemens изучили пятилетний опыт, куда они инвестируют. Это сектор машиностроения, энергетики, и мы уже знаем примерно их приоритеты, и поэтому совместно с определенными министерствами, акиматами, национальными компаниями эта работа идет. Что касается системного подхода, это касается в основном малых и средних иностранных компаний, здесь больше важный эффект имеет системная комплексная работа. Для этого предлагается активизировать деятельность всех участников в стране, задействованных в привлечении инвестиций. В настоящее время есть хорошая системная работа на уровне Центрального, Министерства, Самру Казна, Казагра, а также другие ведомства центральные. Определенные недостатки есть на уровне регионов и дип-представительств. Руководство МИДа сейчас предпринимает очень активную работу, которая показывает хороший эффект, но все же нам остается, чтобы все посольства приняли активное участие в странах несырьевого, в развитых странах для привлечения инвестиций. Мы предлагаем закрепить одного сотрудника на уровне норм, на уровне ранга советника-посланника, который будет отвечать за привлечение инвестиций, технологий и за продвижение сырьевого экспорта. Второе. Межправкомиссии, деловые советы. Они должны стать эффективными инструментами реализации прямых инвестиций. На сегодняшний день мы предлагаем активизировать и систематизировать эту работу. Каждый руководитель межправкомиссии должен отвечать за эту страну, за приток инвестиций, за проекты и работать вместе с деловым советом, для того, чтобы это был системный и такой эффективный подход. С Атамекеном мы уже эти вопросы обговорили, деловые советы во всех странах будут сейчас обновлены, составы активизированы. Нам необходимо, чтобы руководители госорганов, которые возглавляют межправкомиссии, также активно взялись за эту работу. Наиболее важный элемент – это на региональном уровне. Здесь зачастую инвесторы выезжают для выбора производственных площадок и ознакомление с местной инфраструктурой. Здесь необходимо обеспечить на должном уровне прием. Мы предлагаем создать четкую иерархию на уровне регионов по работе с инвесторами. Предлагаем все-таки закрепить на СПК центров обслуживания инвесторов, которые вместе с Казнекс-Инвест будут осуществлять первое – сбор структурированных региональных инвестиционных проектов для инвесторов. Второе – обеспечить прямое общение с инвесторами, обеспечение получения ими необходимой информации, оперативное реагирование на обращения инвесторов, постинвестиционную поддержку проектов в регионах. При этом, безусловно, эта группа должна быть обеспечена сотрудниками, свободно владеющими английскими языками. Для автоматизации процесса нами разработана в онлайн-режиме база данных иностранных инвесторов и инвестиционных проектов. Адрес, видите, это BaseInvest.kz. У нас сейчас заложены туда все проекты, и для этого позволит нам системно обеспечить активную работу. То есть, если посол встречается с инвестором, встречу он заложил в базу данных, и соответствующий руководитель межправкомиссии, министр, руководитель нас компании может увидеть всю информацию. Это позволит нам активно и эффективно мониторить всю эту работу. Соответственно, у нас появится иерархия, начиная от посольства, министерства, акимат, СПК, вплоть до конкретного инвестора. И последнее, четвертое. Очень важно, чтобы у нас были определены ответственные лица. Согласно отраслевой программе, Карим Жимханович, которая утверждена правительством, нам необходимо достигнуть 15% роста инвестиций в несырьевой сектор экономики в 2014 году. База в год – это 2009. Таким образом, для выполнения этой задачи, начиная с этого года, ежегодно должен поддерживать ежегодный темп роста инвестиций в обрабатывающий сектор и в инфраструктуру на уровне 4%, как минимум. Исходя из этого, возникает необходимость возложения ответственности на элементы всей системы инвестиций в виде конкретных индикаторов, с разделением ее на три уровня. Первое – посольство, второе – центральные органы, третье – региональные органы. То есть каждый министр, каждый посол и руководитель МПК, а также
руководители региона, за ними должны быть закреплены конкретные цифры. На основе статистики платежного баланса, статистики инвестиций, нами были разработаны предварительные индикаторы по привлечению инвестиций. Пример индикаторов, Карим Шукаевич, мы обсуждали вместе с Минэкономикой, с Минфином, с агентством по статистике, и я в пятницу проводил селектор по всем этим вопросам. Методология была следующая, то есть в каждом направлении мы определяли базу и 15% рост. То есть такую простую норму взяли. У нас единственная проблема по регионам, нету статистики по такой статистике. Мы сейчас будем с агентством по статистике дорабатывать. Здесь вы видите цифры, которые предварительно закреплены за каждым регионом, за каждым посольством. И мы считаем, что эти индикаторы позволят вышеназванным должностным лицам более ответственно подходить к этой работе. В настоящее время, Карим Николаевич, мы нацплан уже несколько раз обсуждали в течение 6 месяцев. Просим дать поручение, чтобы в 2-недельный срок нам предметно обсудить эти нормы. Понятно, что по законодательству предстоит там, может быть, больше времени обсуждать, чтобы мы могли в октябре вынести это на заседание правительства. Хотел бы сказать, что в связи с непростой ситуацией мировой экономики, начиная со следующего года, нам необходимо, чтобы вот эта машина, которая будет работать по привлечению инвестиций, уже работала как часы, и Казахстан был обеспечен инвестиционными ресурсами и технологиями.